Взгляды зрителей прикованы к экрану. Короткометражный фильм рассказывает о трудовых буднях рядового офисного клерка с диагнозом синдром Дауна. В программе открытого кинопоказа еще 10 картин. Все выходцы кинофестиваля «Лампа». Именно так в Екатеринбурге решили открыть третий международный форум, выставку «Социо». Мне очень хочется, чтобы участники форума, здесь очень много практиков от социалки, чтобы участники форума поняли, как можно рассказать о себе в коротком метре, как можно упаковать свою деятельность так, чтобы вдохновить, впечатлить, замотивировать тех, кто это будет смотреть. В этом году форум пройдет на 6 площадках, где встретятся лидеры в сфере социальной политики, здравоохранения, культуры, спорта и образования, а также инициаторы лучших практик социального сервиса. Основной темой дискуссии станут передовые технологии, направленные на повышение качества жизни людей. Как работать некоммерческому сектору? Почему некоммерческие организации сейчас становятся основой для развития любой территории? Наши спикеры на форуме поделятся действующими практиками, как в формате технологии, чтобы любой человек, который это услышал, мог взять это за основу и применить. В течение недели в Екатеринбурге пройдет свыше 70 тематических секций, где обсудят самые разные темы. Семейные ценности, преемственность и разность поколений, забота о здоровье, а также гражданская позиция людей новой формации. Ведь у каждого есть своя история, но тем не менее, когда идет социализация людей, которые нуждаются в поддержке и во внимании, здесь больше потребуется и времени, и ресурсов, знаний, опыт, практика. Среди иностранных участников форума «Социо» ожидаются гости из Объединенных Арабских Эмиратов и Республики Беларусь. В Свердловской области форум проводят уже в третий раз.